Последние несколько месяцев в связи с ситуацией в мире для NFT-игры стало крайне тяжело. В частности, наш любимый Бравлик. В сегодняшнем видео вы узнаете ответ на вопрос, а как же все-таки донатить в BS, Clash of Clans и любые другие игры, не передавая аккаунт третьим лицам? Если под этим видео собирается количество лайков, показанное на экране, то я расскажу вам, как сейчас разводят на гемы деньги и даже целый аккаунт. В том числе, как в этом замешаны ваши любимые ютуберы. И нет, конкретно я тут ни при чем. Что еще могу сказать? Дерзайте. А мы начинаем. Способ первый. Заходите в App Store. Нажимаете на иконку в правом верхнем углу. Жмете на свой профиль. Страна или регион. Сменить регион. Выбираете регион. Примечание. Если статус вашего аккаунта семейный, у вас лежат деньги на счете Apple ID или у вас действуют какие-то подписки, например Apple TV или Apple Arcade, то сменить регион не получится. И даже если вы отмените подписки, то сменить регион все равно не получится, так как уже оплаченный период еще не прошел. В этом случае придется создавать новый Apple ID. Едем дальше. Меняйте страну. Примечание. Страну меняйте на ту, валюты которой являются доллары или евро. В этом случае после покупки гемов вы с большим шансом получите перманентный бан на свой аккаунт. Почему так? Соберите опять-таки столько лайков, сколько указано на экране, и видео про развод на гем я вам все расскажу. Способ оплаты ставим ноу, то есть нет. Индекс страны посткод. Ищите в интернете, после чего вводите его. Вписывайте выбранное вами название города, штата, стоит выбранной вами страны. Примечание. Писать все данные нужно английскими буквами. Все остальные данные можно заполнить рандомными буквами. Жмете «Далее». Если все прошло гладко, регион поменялся, то заходите в игру. Если валюта изменилась, значит, что все получилось. Радоваться на этом этапе рано. Дальше вам нужно зайти на сайт, на котором продаются подарочные карты. Примечание. На карте должны быть доллары или евро, в зависимости от валюты в вашем магазине. Покупайте карту нужную вам сумму, улучшите запас. Вам приходит код, который нужно ввести в App Store. Снова заходите в App Store. Нажимаете на иконку в правом верхнем углу. Жмете на свой профиль. Погасить подарочную карту или код. Вводите полученный код. После ввода деньги начисляются на ваш счет Apple ID. Заходите в игру. Выбираете нужное вам донатное предложение. Подтверждаете свою личность. Оплачиваете покупку. Готово. Примечание. На некоторых сайтах оплата проходит только через заблокированные в России карты. На других вас могут развести на деньги. Поэтому выбирайте сайты с умом. Способ номер 2. С 1 по 7 шаг включительно, способ 2 проходит так же, как способ 1. Отличается шаг номер 8. Вместо ноу в способе оплаты вписывайте все данные вашей карты. Примечание. Карта обязательно должна быть иностранной. Любая российская карта попросту не пройдет. Например, у меня есть ирландская карта, поэтому я смело вложу ее данные. Наверняка сейчас у вас мелькнули мысли в духе: Стоп. Это понятно, а нам как оформить иностранную карту? Что могу сказать на этот счет? Вариантов немного. Один из них – ехать на поезде или на самолете в Армению и оформлять карту там. Способ непростой и довольно затратный как по времени, так и по деньгам. Даже если вы уже как-то доехали, то сам процесс оформления не такой простой. Но это уже не ко мне, можете поинтересоваться. Google вам в помощь. А я тем временем захожу в игру. Все, ребята, способ, смотрите, один гем у меня сейчас. Я беру самый дешевый пак сейчас. Ну, естественно, я подтверждаю сейчас, я тут подтверждаю свою личность. Пароль я ввел. Войти.
готово. И вот гема уже на счету. Кто вот сомневался, все, способ работает, подтверждено официально. Вот такие два способа я сегодня вам показал. Даже один из них реализовать сможет не каждый. Но на данный момент других способов, не включающих в себя передачу аккаунта, просто нет. Моей задачей было просветить вас, а дальше дело за вами. Пользоваться моими советами или нет, решать вам. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и бахать в колокол. Ведь здесь вы сможете найти много интересного и полезного контента. А с вами был Егор. Удачи и пока-пока. Thank you.